Нэнси Коль. Сейчас она хрюхнет, и они все побегут, блин. Смотри, маленький прям на проходе спит. Маленький. Как-то убрать его, что ли? Теперь ты должен их посчитать. 3, 6, 7, 8. Все здесь. Есть. Теперь мы можем. Все. Няш, 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 няшечка, няшечка. Все, детей закрыли. Теперь она будет нервничать. Няша, няша. Я знаешь, что предложила? Туда бы еще палку поставить. Она, видишь, сейчас пытается открыть. И она сможет это сделать. Она может пятаком поднять. Она откроется. Поросенок начнет вылазить. И она уронит ее. С этой стороны, где поросята, ставь. Ага. Потихонечку поросенок стоит беленький, и мы как раз можем малыша обработать. Все, видите, они соломку отгребают. Тихо-тихо, потихоньку, Рушан. Оба. Все. Все. Все, няш, няш, няш. Все, не нервничай, не нервничай. Давай, зови. Сейчас Рушан соседа позовет. Эти маленькие. Сейчас будем клычки убирать. И железо колоть. Все, мамка нервничает сейчас. Машка, 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 да ладно тебе. Вот такие вот крупные очень. Видите, вот самый первый, вон он. Такой крупненький. Маш. И у нее бы как-то убраться бы здесь. Соломку уже надо поменять свежую. Будем пробовать. Все, картошку посадили. Теперь вот с поросятками надо разобраться. Ой-ой-ой. Машка, нельзя. Да. Угу. Дядя Вова за очками пошел? Угу. Это наш подраныш, который. А, которого, да, я грею железо. Тихо, тихо, тихо. Надо, чтобы оно было, видите, теплое. Греем. Чи-чи-чи, покажи нашу лапочку. Но она у него, в принципе, уже это. Ну да, такая прям большая. Ничего, жить будем. Растет. Как-то бы это, Рушан, я знаешь, что предлагаю? Когда вы будете сейчас вот, ну как в тот раз, помните? Mm-hmm. Прокололи там, mm-hmm. укусили, и к ней не надо ставить. Она, видишь, нервничает, сейчас кто-то заорет, она будет там топтаться. И это раз, а два, надо будет у нее убраться. Ну, я сейчас ее не убрать не смогу, потому что... Хотя бы слегка, потихонечку как-то не, надо я будет. Потом, когда она будет спать, это я спокойно уберусь, когда успокоится. Завтра, это, послезавтра дожди сильные. Ну, либо соломы подкинуть уберусь, побольше. Не, так, а куда же его потом? Обратно ты не поставишь его. А почему? А как, перепутать? Ты будешь держать? Нет, не перепутаешь, у них начнет с ротика кровь идти. Их не перепутаем. Ой, тогда вон она, зеленка у нас есть, мы будем помещать их. Угу. И все. Ч-ч-ч-ч. Маленький, ч-ч-ч-ч. Хорошенький пятачок. И как раз мы сейчас посчитаем, да, сколько мальчиков, сколько девочек. Угу.
Ты запоминай. Ладно, ты громче кричи. А то там все хрюкают, все кричат. Для чего ты ворчишь? Наверное, мы его здесь как раз-таки в сторонке сделаем, кольчик. Чтоб никто не слышал. Да. Возьми там кусачки, не сможешь, да, взять? Кусачки? Да, а где ты там их оставил? На воротах, да. Опа, вот такими вот кусачками специальными. Так, теперь железо колят, клычки. Удалили теперь железо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пятнышко, давай, чтобы сверху было видно. Привет! Мы даже не посмотрели, кто там беленький. Там кабанчик был. А, тут кабанчик, да? Кабанчик, да, был? Трясется страшно. Кабан. Да что ж, столько кабанов опять! Одни кабанчики. Продолжаем греть железо. И обстригают клычки. Замерзли. Ну, может, сегодня плюс 17. Просто страшно. Надо тоже будет соломки побольше положить. Кабан. Че, серьезно? Рошана, ты представь, если у нас все кабаны будут. Да по-любому одна девочка будет. Воздух все спустил, да? Так, я эту свинку окликаю, песни пою, чтобы она не слышала визги. Девочка? Ну не говори, что кабанчик. Так, это девочка? Девочка. Ура, девочка розовенькая. Ой. Привет. А нос-то уже зеленый. Девочки розовые. Ура! Я железный человек. Мужик. Мужик розовый. Мужик. Еще один пошел мужик. Даже не пискнул. Девочка! По заказу. Девочка! Привет, девочка! Вот это девочка. Ой! Ой. А там еще чисто рыжие. А, еще чисто рыжие есть. Вот интересно. У тебя, короче, есть эта брошюрочка. Кристина, да? С вами приехали. А это кто? Девочка? А это, вот. А, блин! Ты моя сладенькая. Не росли бы, я бы домой бы взяла. Да? За место собачки, да? Да, вот такая бы осталась. Можно кольчик сделать, не росла? Ага. Я раньше думала, люди же есть такие лилипутики. Ага. Я думала, ну кольчик. Где этот колпачок? Кристина, второй месяц рожа. Руш, заливай это железо. Ну? Хорошо разбирается. Девочка! А, это еще один? Да, девочка. Девочка!
Здесь чуть-чуть рыжего, чуть-чуть белого, чуть-чуть черного. Всего, всего хватает. Ты не маешь его? Ну, шингалка самая ручная. Кристина, один раз погладила ее, все. Вот только открываешь, все, сразу фингалка стоит. Фингалка — это такой у нее, как будто фингал под глазом у поросенка. Ага. Она рыжая, а глаз черный. У нас был хряк, чисто белый. Ага. Черные уши. Я так черный хвост. Прикольно. И все. Классно. Она решила забрать его домой. Вместо собачки. Нет, девочка, по-моему. Так, это девочка, да? Девочка, ага. Подписчики запомнят. У нас потом такое это. Мы говорим, а они потом пишут, кого сколько. Вот детки, да? Да? Все, пригрелся, тепло. Вырастают потом такие. Ага. Машины, вон он стоит, машина. Тоже, наверное, кто-то его на руках ее держал когда-то. И так жалел. Бедненький. Замерзся. Он даже не шевелится. Он уже засыпает. Это последний, да, дядя Вов был? Они там уже вон они улеглись. Они все спят. Дядя Вова, держите. Так, а тут где клетка, не знаю. Получится, не получится, как обрезать им эти. Все, слава богу, поздравьте нас. С поросятами управились, потому что у нас впереди дожди, все-таки переживали, и понижение температуры. Да, поэтому... Что, здесь вот так, да? Да, начнем так, просто будем продолжать. Давай с самого начала, наверное, как... наверное, смотри, я вот так вот... Нет, свеклу. Лучше здесь, в начале, укроп. Мы на свеклу поливалку не будем ставить, правильно? Да, правильно. Потому что, чтобы это до лука не дошло. Угу. И на помидоры поливалки мы никогда не ставили. Ставим. Всегда ставим на помидоры. Сперва я поливаю так, теплой водой, а потом уже поливалки ставим. Угу. Тогда давай вот отсюда начнем лучше, вот свеклу. Здесь, да, свеклу еще можно с руки полить. Угу. А ты зачем оттуда? Зай, нет. Сразу по солнце, ты сейчас пока разровняешь, у нас стемнеет. Так, ладно, пока ты равняешь, я покажу хоть, что мы сейчас будем чем заниматься. Мы хотим посадить свеклу, такая вот бычья кровь свекла, и вот такая вот винни-свекла, столовая винегрет. Потом, ну-ка, я вспышку включу. О, так, руколу, наверное, позже, это все позже. Укроп, аллигатор, салат позже. Кинза, наверное, позже. Петрушку сейчас посеем. И это все позже. Это что, у нас только одна петрушка? Ну ладно, петрушку мы так сильно много... Много не едим. Укроп, самое главное, любим. И вот свеклу сейчас посеем. Что-то у меня, если честно, укроп какой-то не очень. Так. Теперь надо как-то... А что, мусор сюда выбрасывать? Что ты его туда посередине сгреб? Это. О. Укроп, если сажать, то только вон там. Я знаю, вначале у меня укроп будет. Я просто жду, что ты сейчас мне это выбросишь на дорожку. Мусор я только собрала. Посмотрите, какая дорожка чистая. Опять мусор. И там тоже все чисто-чисто. Ну ничего, без этого никак. И палочку я где-то здесь приносила, бросила. Сейчас буду искать. Надо будет отметить. Где и что у нас, чтобы не затоптать? А ты тропинки сделай, все, и тем более между луком, допустим, здесь видно будет. Ну хорошо, ладно. Протопчу, сделаю тропинки. Все? Угу. О, а это вспышка, ой, какой, и подсветка тебе, чтобы ты не промазал. Я знаю, я сейчас что-то подумала, мне кажется, свекли еще рано рушать. Ну не торопись, конечно, чтобы не остаться. Она... Хрен его знает эту погоду. Это то, что это сейчас соседи говорят, что они свеклу сажают, это кормовая. А она еще кормовую. Нет, ну они... Ну, вначале они не будут тебе, я говорю, да кормовую сажать, Рушан. Кормовую всегда сажают в конце. Нет. Может, у них какая-то свекла?
другая. Я что-то это... Сомневаешься? Да, мне кажется, еще это. Ну давай что после дождей посадим. А? После дождей посадим. Ты в школе не знаешь, посадил? О, я знаю, что он сажал, как он говорит, буряк, но я не знаю, какой он сажал. И он сажал вон там в конце, вот за чесноком. Вот какой сажал, я у него не спрашивал. Ну давай неделю подождем. Так потом дожди. Ну дожди закончатся, ничего. Недели раньше, недели позже. Я думаю, ничего страшного не будет. Уже, блин. На камеру, наверное, сейчас светло показывает, но у нас уже такой сумрак. Нет, солнце село. А еще петрушка, да? Да, потом. Да там это, всего лишь один пакетик. А у тебя в теплице тоже петрушка, да, есть? Ну да. Что-то, блин, куры шумят. А? Куры шумят. А яйцо сняло сна. А? А вон черные зашли, белые не заходят, эти потом, кукушки не заходят. У нас, в принципе, сейчас по огороду тоже укропа повылазит. Хорошо. Это соседи, как бы это, тоже у них растет. И его ветром приносит отовсюду. Да и у нас его хватает, укропа. Я потом гоняю, блин, зонтики собираю. Ну да. Не, огородный укроп у нас чисто такой, на зонтике идет, потому что он... Это мы срезаем, на салаты уходят моментом. На заморозку, на салаты. А вот тот, который в огороде у нас, он чисто идет на этот. На зонтике. Пошла яйца собирать. В курятник. Пока собирала яйца, у меня куры все поубегали с петухами. Вот сегодня сколько тут? 2, 4, 5, 6, по-моему, штук. Все, гуляки гуляют. Надо просто открыть этот сарай, Руш, они сейчас зайдут. И мы... А, все, не увидела сперва. Ну, гуляки, гуляки. Сейчас не выпускаем их. Спать пора, 8:00. Спать. Спать.
Поменяем эту дверь, пока временно поставили, какая была. Есть сарай, штук 6 дверей. Просто меня туда их вытаскивать неудобно, потому что там все зерном завалено. Когда все разгрузится, и эта дверь, это у нас дверь рабочая. Мы на ней свинью полили, да? Вы? Да. Поэтому Или как правильно, опаливали? Ну, осмаливали. Осмаливали. Свинью, да, сюда станет другая дверь. Ну, чуть позже, когда там зерно разгребется немножко. И потом станет сюда дверь нормальная. Так. Шилынки, давайте домой. Быстро. Домой. 20:00. Бегом. Не скажи, я еще вылезти не успел. У меня уже выдергиваете шпарыш. Странные куры эти. Ночные, да, какие-то? Ну вот тоже ходит. Петух что-то там выделает, сами пофигу. А мы ездили к маме и по пути заехали в магазин, взяли кефир. Кефир берем вот это 3,2%. Мне этот очень кефир нравится. Когда его нет, приходится другой брать. Но он такой, я скажу, не очень, но кефира хочется. Потом вафли с начинкой из вареной сгущенки. Рушан любит просто у нас вафли. Я люблю орешки. Только сегодня они закончились. Они сейчас не более там. Так они стоят 188, а сейчас по 115 по акции. Вот такие вот кукусики. Орешки. Ну и так. Твикс.